Шведское агентство международного развития и сотрудничества СИДА намерено реализовать в Приднестровье ряд проектов, а также провести встречи с приднестровским бизнес-сообществом. Кроме того, на ближайшее будущее намечена деловая миссия шведского бизнеса в ПМР. Как сообщили в пресс-службе торгово-промышленной палаты, договоренность об этом была достигнута на встрече координатора программ по Молдове и Беларуси Департамента по Восточной Европе Шведского агентства международного развития и сотрудничества СИДА Марии Мирман и заместителя главы посольства Шведской Республики в Молдове Бьорна Ковалькова Хальварсона с президентом торгово-промышленной палаты ПМР Василием Кожаном. Целью визита представителя агентства СИДА являлось ознакомление и обсуждение состояния приднестровского бизнеса, в частности, выявление конкретных задач и проблем, с которыми сталкиваются приднестровские предприниматели. Госпожа Мирман рассказала о том, что шведское агентство международного развития и сотрудничества СИДА реализует свои проекты по трем направлениям в сфере экологии, развития рынка и демократического общества.